Идея создания транспортной капсулы EpiShuttle возникла у норвежских медиков после того, как их коллега заразился в Африке лихорадкой Эбола. Специалисты закатали рукава. Свет увидел легкий прозрачный блок, позволяющий не просто безопасно перевозить пациента, но и продолжать лечить его во время пути. Проект был инициирован группой врачей, которые встречали в аэропорту в Норвегии коллегу, заразившуюся в Африке лихорадкой Эбола. Это случилось в 2014 году. Медики тогда изучили все оборудование, которое было в их распоряжении, чтобы понять, как защитить врачей и одновременно продолжать оказывать помощь пациенту. Выяснилось, что оборудование для этого не было адаптировано. Команда выявила необходимость, с одной стороны, повысить безопасность медиков, а с другой продолжать интенсивную терапию и во время транспортировки больного. Обычно, когда вы перевозите пациентов с инфекционным заболеванием, вам нужно полное защитное снаряжение. В какой-то момент вам становится жарко, и тут-то легко допустить ошибку. Вот почему специалисты сделали ставку на решение, которое позволяет врачам работать без использования всех этих средств индивидуальной защиты.